Вот это нормально. Это я понимаю. Ну что, темная сторона. Лучшие приколы на 2020-2030 минут отбор Хруст прикол. Смешные видео. Ржака до слез. Ржака. Ржака вообще слово мне очень нравится. Лайк, подписка, колокольчик. Нас уже, я не знаю, нас очень много вас подписывается. Спасибо, спасибо за это, ребят, поддерживайте, помогаете. Также хочу напомнить то, что стримлю каждый день. Где? Ну где? Ну где? Вот ты меня спрашиваешь в чате, где? Кто тебя, говорит, спрашивает, тебя смотрят два человека. На Вазде я стримлю, ссылка внизу в описании. Каждый день, да, там игрушки разные, еще там эти развлекушки, хохотушки, тоже видосики смотрим. Заходи, не скупись, покупай живопись. Жду тебя, прямо сейчас переходи, добавляй канал в избранный. Ай, ну, как говорится, давай, приятного настроения. Приятного аппетита, поехали. Я как ты хотела, тебе вот тортик заказал. Тупорылая ты курица безмозглая. Я не поняла, ты охренел что ли? Ты как со мной разговариваешь? Ты же сама говорила, что поступки важнее слов. Ты охренел вообще что ли? Какой ты... Не надо. Опасно. Не надо, может шутка не зайти. Ну как там мой сыночек? Целыми днями бухает, с бабами гуляет, меня бьет. Ой, ну слава богу, лишь бы не болел. Ну потому что мужчин беречь надо, да. Мужчин, кстати, кто спрашивает, я знаю, что есть те, кто спрашивает, ребят, что вот это за прекрасное вот это 02, а ап, закрывает рекламку, да, там. Так что, я считаю, я правильно поставил, кто также считает, лайк. Посмотрим, сколько у нас анимешников, ну и нормальных людей. Давайте, пожрали и съебали. Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал? Да, где пьет бесплатно. Пошел нахуй. Что, так можно? Окно мужское, Толя. Просто знаешь, когда у тебя лютое обезвоживание, ты такой, пошел нахуй. И сдох. Попробуй мороженого с протеином, а то у нас собака более накачанная, чем ты, дрыщ. Блять. Мне интересна одна вещь. Как кота заставили вот так сидеть? Сейчас я скажу жизу. Сейчас мы... Готов? Готов? Какого бы ты возраста не был, то, что я сейчас скажу, прям клепайте. Зай. Ну что? Ну, зай, давай что скажу. Отстань, я устал. Ну там такое, там такое вообще просто. Ну, говори. Уже ничего. Один день без пива, конечно, не убьет меня. Но нахуй надо так рисковать. Сегодняшний приход. Плюс просто фобия на... Дед Морозов с этих шоколадных. Живые. John, take shelter. Charles, get inside with the women and children. I'll take it from here, guys. See you in Tahiti, motherfuckers. Что такое?
Серьезно? Кстати, в последнее время модно на них пошло. То есть вы пришли в суд, подали иск о расторжении брака, потому что ваш муж съел ваш бургер. Но это уже не первая ситуация, это наш третий развод. Ой, готов опять клепать? Записывай. Зай, давай что-нибудь говна какого-нибудь сожрем. Ну давай, а что закажем? Блин, я не знаю, давай с мака там или с бургера что-нибудь закажем. Ты что-нибудь будешь? Да нет, я худею. Да давай я тебе что-нибудь возьму, ну, давай там... Маленькую булочку и картошечку будешь? Ничего страшного там не будет. Я тебе сказала, я худею. Ну, что, тупой, что ли? Приезжает доставка. И прямо вот в этот момент хочется, вот знаешь, вот взять просто вот, прям знаешь, такую вертуху крутануть со спецэффектами. Жесточайшую, просто, чтоб понимаешь, чтоб просто вот, как в фильмах у этого, у Ван Дамма, я не знаю, там еще у кого-нибудь, у Вамбана. Потому что, ну это просто, это ну невыносимое дерьмо, я... Ну заплать. И вот так всегда. А потом знаешь как еще? Тебе что, жалко что ли? Мне не жалко, я тебя 10 раз просил тебе купить. Может, я просто с тобой хотела? Не хотел я ни с кем! Не хотел! Я хотел молча покушать свою картошечку фри! Маленькую порцию заказал специально! Детский, маленький, вот такой вот! Вот так вот макнуть! Ты своими руками посягнула на... Этот... Мне не жалко, ну... Бесит! Как у меня бабуля пазл чистого неба 1000 на 1000, ёпта, собирает за полчаса. Sounds so real. Like it's playing like right in here. Yo! My bad. Ещё тут неплохая идея. No! No! Are you seriously? What? А где ты работаешь? Раньше я работала фитнес-тренером. Ага, а сейчас? Сейчас я работаю в эскорте. На себя. Ну, что делаешь? Я делаю свое приложение. Ты пишешь приложение? У меня есть свое приложение. Так, ты написала его через Python, CC++ или может Нет, быть... сама сделала. Раз ты писала программу на приложение, как, через каким языком программирования ты пользовалась? Английским. А можно, ну, зайти посмотреть сейчас, ну, есть на App Store? Я понял. Nice, Фолоч. Hey there, General. Found the rear. Go drive around now. Saturday, Sunday, what? There's life again. 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 Это как так? Это как я хер его знает, как? Крыша стеклянная, типа заход туда. Опять в своем телефоне лежишь.
Я тебе сказала, Пушкина прочитай. Поклонники цветы тебе дарят. А ты лежишь в своем телефоне. Встала быстро, посуду помыла. Ты такая я сказала, красивая. Быстро. Второй раз забыл! Блять, вы деда до инфаркта доведете! Знаю я то, что там реклама телеги. Успел, блять. Телеграм-канал Hard Inside. Самые свежие новости со всего мира. Самые лучшие, самые... Замолчи, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Внизу в описании ссылочка, если что, да, заходи. Welcome. 100 тысяч нас к 100. Мы вчера месячные начались. И что, она не дала тебе? Нет, не дала. Братан, а что у тебя с языком-то? Да соус краснодарский хавал. Ну да, да, Краснодар. Краснодар, сладкий мой кошмар. VR, аниме, sexual content. That's dry and milk. Nice. No. А если там сзади еще тип какой-нибудь катится? Подожди, а как его потом оттуда доставать? Подожди, а как его оттуда выковыривать потом? Сына, ты что там делаешь? Мам, я ТикТок снимаю. Лучше бы ты дрочил. Ну почему, и то верно. Почему принц меня бросил? Я даже не знаю. Это дно, а не карета. Я в такую даже не сяду. Вы туфли видели? Может, еще маршрутку, блядь, предложат? Ну чё, замок на меня свой перепишешь, да? Да это же из прошлогодней коллекции, я смотрю, здесь вообще все охуи. Че, полы помыть, ужин приготовить, может еще отсосать на радостях, сука. Так, значительно лучше. О боже. Вась говорит, давай газельку у кореша попросим, со скидончиком сделает, спокойно отнесем, втроем погрузим, разгрузим, отвезем в шкаф. Ты сейчас со мной? Ты знаешь, какая у меня машина? Ты знаешь, какой там багажник? О боже. У меня бы инсульт, жопа бы случился, если бы я такое увидел. Вот в окно просто с утра встал с кофе. Если бы я такое увидел, ну все, у меня бы истерика просто была. Меня бы никто больше не остановил. Алло. Алло, здравствуйте. Это служба поддержки? Да, это служба поддержки. Я хочу наебениться. Поддерживаю. Здесь недавно у меня тоже что-то какое-то такое странное, знаете, это странный какой-то у меня позыв был. Этот товарищ говорит, бросай свою работу, встретим, нажравшись в мясище в субботу. Я не знаю, к чему, я вроде не пью сам, что-то тут как-то позыв, знаешь, это какой-то был, да, такой. Чисто пиван Деппола взять просто мега сиську пятилитровую. Спасибо. It's bigger. Мам, я пойду с другом погуляю. А как друга зовут? Галечка. Так ты же говорил, что любишь ее. Сорян, первый день, еще не привык. Пизда.
Всем привет! Вы на канале Фрайс. И мы сегодня... Что это было? Смотри, такая девушка с пышной грудью идет. Я тоже такую хочу. Так ты ее туалетной бумагой натирай. Что, думаешь, поможет? Думаю, да. Жопа-то вон какая выросла. Опасно. У меня пролаг какой-то на экране был, что-то я не увидел, что там было. Че это за нахер? Бан. А зимние колеса на шипёха или на лепёшка? Где наши деньги? На что пошла наша многомиллиардная помощь? Слушайте, ну я хочу сказать так, то что Александрус Невский скул. Ребята, еще раз говорю, совсем недавно, вот давеча, я общался со своей английской аудиторией, а у меня такая есть. То есть на свободном, прошу заметить, английском языке. То есть общение происходило просто вот, ну, если кто-то сомневается, ребята... Я в Англии, знаете, прожил сколько. Я вам просто не рассказывал. Да, да, конечно. Ага, да, сейчас. Чё стелит? Ну давай, давай поговорим. Давай, смотри, легкая вообще. Hello, guys. Что ты на это скажешь? Ты чувствуешь, что акцента нет? Вопросики имеются какие-то? Ха. Чувствуешь уверенность? Еще что-то надо кому-то доказывать? How are you? Чувствуешь? Идет изнутри. Смотрите, какой у меня Влад молодец. Борщик приготовил, говядину пожарил, убрал все в квартире. Все сам. Да, Влад? Молодец. Вы кто-нибудь Владу расскажите, что... Без провода работает, если что. О боже. Ты за меня придурка не держи. Сразу видно, вот эти тиктокеры, ну, абсолютно не умеют вообще тиктоки, ребят, создавать. Все наиграно, знаете, я не за конкретную девочку говорю, нет. Ну, просто, понимаете, в тиктоке реально смотреть нечего, потому что, ну, я просто по факту перестал снимать. Мне кажется, пора возрождать тикток. Вот реально, пора. Понимаешь, потому что я считаю, что, ну, да. Да, потому что фокусы мои в тиктоке, они были прекрасными, согласись? Не, ну, факт. Давай. 50 тысяч лосей и сделаем тикток жесточайший. Вообще жесткий. Очень жесткий.
чуть было. Yo, you wanna see some real speed, bitch? I'll show you some real speed. Нига! Это прикольная тема. Нет, на самом деле нужно отдать должное. Вот, понимаешь, вот женщины все равно стараются. Девушки, девочки. Что-то парятся. Постоянно с весом, блядь, борьба. Тут какие-то морщинки у нее появились, мимические. Тут что-то жопа чуть шире стала, чуть уже. Талия не такая. Сиськи у нее не такие. Тут не так, здесь не так, там не так. С утра встал, голову помыл. Эти патлы эти, блядь, по жопу посушил. Потом назад их что-то там в прическу там сварганил, накрутил. Дачу что-то там сделал, короче. Потом вот эти вот 25 одежд, вот это вот... косметики эти раз, два, три, пять, десять, ресницы, тут брови, тут что-то их побрилось вся везде, вообще просто с ног до головы везде, понимаешь, за 8 часов можно вообще спать не ложиться, в принципе, вставать, когда нам на работу или на свиданку. У нас как? Согласись? У нас с тобой все просто. С утра встал, писюн в раковину засунул, вот так вот. Пополоскал, чисто, знаешь, вот так вот, немножко, вот так вот, и вот так вот сделал, этими же руками вот так вот взял, вот так вот, все, понимаешь? Конец, и пошел, но это факт, зачем тогда? Вы заметили, что никто в чате не сказал про то, что писюн в раковине не жиза? Так, воды набери. Ша, наберу. Вот зараза, нырять придется. Нет, ну в смысле, подожди. А чё вы все промолчали, блядь? 10 тысяч человек так же делает, что ли? Чешо. Заметьте, сука, все промолчали. Ни один не сказал, нет, не жиза, нет, я не такой. Все вообще полная тишина в чате. Ах вы, бля. Зачем писюн? У раковины зачем полоскаете? Не, ну типа реально, не, ну а чё париться? Согласись, душ там какой-то, нахера оно нам надо? Чисто так маленько полоскался. Я посмотрю, с каждого по лайку, кто так же делал хоть раз в жизни. Пусть девки знают, сколько нас настоящих мужиков. И пусть живут с этим. Что-то принесу, пап. Давай, доставай. Что? Куда пошел? Сюда, иди, доставай, сказала. Чтобы бегать все будем, Доставай, давай. Нифига, ты втарился, блин. Давай, жопу доставай. Где там, нога? Нихера. Что, ничего? Я думал, я один такой, в смысле? Готовы? На демку. На мувик просто. Готов? Сейчас. Вот сейчас. Да рано еще же записать, подожди. Сейчас я скажу и скажешь. Спать ложишься, кореш. Или у подруги. В зависимости от пола. Главное, не перепутай. Розетку видишь? Начинаешь так тыкать. Есть розетки вот так. А есть, сука, вот так. И вот это дрочево, вот это. Вот это начинается, вот это вот. Вот это, блядь. Вот так вот покрутить, сука, вот так вот. Вот так вот, блядь, вот так вот попыхтеть, блядь. Пока вот туда вот так вот не наклонишься за кровать, скажешь. Наоборот.
кто придумал розетки не вот так, а вот так? Кто ты, воин? Кто ты, тварь? Зачем ты это сделал? Почему все розетки не могут быть одинаковые? О-о-о-о. Слабослышащий водитель, ваш водитель слабослышащий или глухой? Жители пятиэтажки в Нижнем Новгороде уверены, что им достался самый отвратительный сосед в мире. С утра до вечера был Рамштейн. Просто вот так вот. Стоя просто. Блять, что за... Помните, да, в школе? Эбонитовая палочка и все задние парты. А вот это еще слово. Многочлен. Меня раз 8 с срока выгоняли, наверное. Я каждый раз ржал. Успокоиться не мог. А у меня дурак кореш сидел на соседнем ряду. Вот так вот. Весь красный сидит. От смеха. Пестик, ёпта. Бля, такие гиены. Чисто, знаешь, задние парты. Вся элита наша. Школьная, блядь. Причем, знаешь, как обычно происходит? Они вообще ничего не слушают. И просто какое-нибудь слово вот одно проскакивает. А у них вообще, у них шум. У них все, что творится дальше предпоследней парты, они... Это вообще не для них вообще, в принципе. И там потом, когда что-нибудь проскакивает, там пестик, они... Пестик, ёпта! Да, у меня так было. А тут я без трусов. Да ничего страшного. Это естественно. Ничего страшного. Это естественно. Этот склад завода смог визуализировать те болты, которые я забил на учебу. Вот они. Ты нормальный? Карина, спокойно. Я решил твою проблему. Какую? Тебе месяц не надо ходить по магазину, таскать пакеты. Да? Как? Я все пропил. Ты чё, дебил? И одному интересно, если он в аварию попадет и в кого-нибудь вот так вот просто вот въедет ровно, куда вот эта херня залетит. Есть несколько вариантов ответа.
Harmanın, baba nerede çarşafın? Вот ты меня рассмеял. Как встают с дивана разные люди. Уважаемая, вы работаете тут? Я что-то сделал, может быть, не так? А когда мэр будет на месте? А когда у вас выборы проходят? А как в них поучаствовать? А в мэр взятки берет? А как стать мэром? Катя! Ты чё? Чё в третьем А или Б? Отстань, я ещё сама не сделала ничего! Ой, такая жиз, бля... У нас только Наташа была, тварына, а? Ай... Давай спросим, блядь. Ну она сидит, уже все сделала. Наташ. Листочек подвинь вправо немножко листочек. Да я проверяю, блядь! 5-4-3-2-1. Так, тихо! Капец ты крыса, а. Специально, да, громко говоришь, чтобы на меня наорали? Сука, крыса. Плюс. Писишь. Собеседование. Так, здесь написано, что вы считаете быстрее компьютера, это правда? Да. Так, ну давайте сосчитайте пример. 8. Так это же неверно. Зато быстро. Офигеть! Сто три градуса. Надо же 103, в школу не пойдешь. Вообще-то есть только один способ померить точно. Барт, снимай штаны. Закрой глаза и думай, Мюнхгаузен. Привет, бомжо, сходить никуда не надо, пока я одетый. Исчезни. Ну ладно. О, кстати, пока не разбился за хлебом, сбегай. Пока. Блять, жиз. Фотография на паспорт. Улыбаемся. Я сказал, улыбаемся. Классно, супер, молодец. Все, поедешь за границу. К Ларисе, в Германию. Потому что ты мне здесь надоела. Вас кто-то хватает за волосы. Не важно сила, важна тема. Да? Шаг назад. Разворот. Удар! Окей. Реально скорость. Уголовное дело возбуждается и мне докладывается. Алло, босс? Yeah, Michael. I have a problem. Yes. Представляете, друзья, за столько лет дружбы друг объявляет, что мы не друзья. Я такого не говорил бы. А что ты сказал? Я сказал, что не буду бухать. Это одно и то же, тварь.
Давай. Тики не раздай тебе. Блядь! Ёб твою мать, тебя брашку разлил! It's still under the hood challenge. Pop your hood and let's see what's under that hood. Duet me so we can see what everybody's got. No hate in the car community, all builds welcome. Bro, no cars. Там ты что ли бегал? So here, and then this one car. Frozen. Жесть. Просто жесть. That sucks. По блютузу можно подключиться? Ну поверни руль, ёп. Как очень быстро изменить свою жизнь. Просто моментально. На меня так дорого, сука. Знаешь, что потом было? Мне одна мышь послышалась, да? Когда 30-летняя тетя — это не мамины подруги, а девушка, с которой у тебя уже полгода отношения. Тебе что, зубы мешают? Так можно было? Señorita tiene huevos. ¿Y tú cómo lo sabes? Садомиты. Тот трындец, тот трындец. Ну знову повлягалися, любовники, бляха. Я не понял, баді? Що за фігня? Що за фігня? Чого ти постійно до неї пристаєш? Чия то віка? Моя чи твоя? Триньди. Роберто! Бля, прикольне діло. Я иду, все думают, я купил новый себе телефон, может iPad или наушники. Нихуя, я купил себе, блядь, ебануться сколько пыва. Отвечаешь на вопрос, получаешь деньги. 120 плюс 20. 240! Правильно. 640 умножить на 80. 1985! Правильно. И последний вопрос, самый сложный, сейчас нужно подумать. 1120 умножить на 453. 3800 рублей. Правильно. Ты представляешь, если он на самом деле все правильно говорил?
Ойля хап. Ну шо, let's go, guys, девочка, девочка моя, хорошо. Поздравляю. Yes, sir. Oh, oh, make a move. Так ночью можно немножко подобосраться. Пойти пописать, заодно сразу здесь же и покакать. Вообще 100%. 100%. Это, ну, вот ты себе представляешь просто ночью? Ну, ты просто вот твоя захочет пошутить, ты просто вот пошел, ну, вот она просто вот так вот выйдет. Ну, ты вообще осознаешь, что это такое? Бля! Бля, чувак, ну ты... Может, я просто грудь покажу? Ну, продемонстрируй! Ты хороша! Там есть что? Ай, ебать. Ты же мне даже не помог расстегнуть платье. Уля-ля! Ну, если ты... Я серьезно покажу грудь? Конечно, разумеется, это серьезно! Нет, все-таки страшно. Так! Это не надо. Давай не будем. Очень опасно. 3 месяца можно сразу улететь. To confirm this purchase, say confirm. To cancel this order, say cancel. Cancel. I heard. Please. You say confirm, is that correct? No. Thank you so much for confirming your order of $11,475.76. I don't have that money. Your shipping address. Speak to a consultant. Please press 1 now. $11,000. What the fuck? Answer, please. Due to unexpected high volume of calls right now, the wait time is 8 hours. 8 hours? Please enjoy some of our selected hold line music. Слышь? 8 hours. Пацаны, иконный канал, темная сторона. Лайк поставил. Пошла, родная. Ай, ну темная сторона. Да, ну неплохо, неплохо, молодцы, хорошая подборка, хорошая. Димочку давай, да вас мало еще пока что. Темной стороне спасибо огромное, лайк, подписка, колокол.